Мало ли знает, почему фон для хромакея зеленый. Хромакей – это технология, с помощью которой можно заменить фон в видео. Или сделать прозрачным любой однотонный объект. Сначала актеров снимают на зеленом фоне. Затем в видеоредакторе зеленый цвет делают прозрачным. И подставляют другое изображение. Этот процесс также называют кейинг. Зеленый цвет выбирают потому, что он не встречается на человеческой коже. Например, с оранжевым фоном могут возникнуть проблемы. Оранжевый цвет близок к оттенкам кожи. Поэтому при кейинге вместе с фоном исчезают лицо и руки актера. Однако зеленый фон не единственный вариант. Синий цвет также контрастирует с тонами человеческой кожи. Так что кино снимают и на синем фоне. Без синего фона не обойтись, если одежда или грим актера зеленые. При съемках с хромакеем актеры и телеведущие должны внимательно относиться к своему гардеробу. И не только они. Теперь вы знаете больше о технологии хромакей. Вы восхитительны!